Наблюдая за тем, что происходит в центре олимпийской подготовки «Авангард», закрадывается мысль о том, что смотришь японский мультфильм. Люди в черном с мечами в руках быстро двигаются, демонстрируют уникальную способность предугадывать действия оппонента, отвечают ударом на удар. И все это кендо. Кубок единения и доброй воли собрал в этом году сильнейших спортсменов Сибири. Кендоисты живут по принципу «победи вчерашнего себя». В этом японском искусстве фехтования в основном традиционные самурайские техники владения мечом. Наравне с укреплением тела кендо укрепляет и дух. Цель каждой тренировки, а впоследствии и каждого прожитого дня – победить вчерашнего себя. Кендо, на мой взгляд, быстро учит таким вещам, которые мало какой может вид спорта привить. Здесь, ну, во-первых, фехтование это сразу же как бы говорит о благородстве, да, то есть любое фехтование, европейское, там, восточное, это не важно. А фехтование какие качества прививает? Благородство, то есть я первое назвал, да, честность, открытость, откровенность, любовь к ближнему. И кендо, как бы, оно, ну, наверное, так же, как и европейское фехтование, только немножко больше такое, с восточным уклоном, которое именно направлено на формирование духа. По словам самих спортсменов, у них нет права на ошибку. Поэтому, выходя на поединок, действия должны быть взвешены. Этот принцип действует как в бою, так и в повседневной жизни. А вот на вопрос о том, в чем секрет успеха в кендо, ответ знают лучше остальных чемпионы. Если бы не тренер, я бы ничему не научился. И, ну, его труды, которые он в нас складывает, надо просто использовать правильно. Если тренироваться, то будет, ну, и результат, и все. И, как вы сказали, да, характер у всех разный, и у каждого подход разный. Я хочу тренироваться, я тренируюсь и побеждаю. А кто-то, если ходит на тренировки, пропуская там раз в месяц, это уже не тренировка, тогда ты никакого результата не достигнешь. Больше полусотни поединков прошло в рамках Кубка единения и доброй воли. А исход каждого зависит, как выяснилось, не только от мастерства спортсменов. Судья в исходе встречи играет немалую роль. Чаще всего в кендо у судей ошибки – это неправильные позиции. Они неправильно выбирают позицию, поэтому могут не увидеть удар. Вот это очень важно, потому что если спортсмен, ну, например, работает с высокой скоростью, и судья встал так, что он не увидел этот удар, то это, ну, в общем, вдвойне обидно. Два дня выясняли отношения кендоисты-победители, определили как в личном, так и в командном первенстве. Кубок единения и доброй воли 2015 года уже в истории.